Добро пожаловать на наш YouTube-канал Hardrest Info, и в данном видео я расскажу, как изменить язык клавиатуры на устройстве POCO C75. Для этого зайдемте в приложение «Настройки» и тут прокручим вниз до пункта «Расширенные настройки». Затем выберем пункт «Языки», вот, и «Управление клавиатурой», нажмем на клавиатуру Gboard и на «Языки». И нажмем «Добавить клавиатуру». И тут, например, выберем польскую клавиатуру. И в правом нижнем углу нажмем «Готово». Большое спасибо за просмотр данного видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш YouTube-канал. И до новых встреч!